Ничего, мы с вами присаживаемся. Мы лучше постоим. А что случилось? Ну, в общем, вчера у нас была первая брачная ночь. У меня первая во всех отношениях. А молодожены у нас. Поздравляю. Счастья, здоровья, детишек побольше. И? Ну и вот. Меньше слов, больше дела. На выход, на осмотр. На выход. А осмотр у нас там. Множественные разрывы стенок влагалища. Какой же вы у нас половой гигант. Погодите, вы хотите сказать, что это я ее так? А есть еще кто-то? Нет. И что теперь? Ну, что теперь? Теперь с вашей женой проследуем малооперационную. Там мы немножко подлатаем. Ну, и 2 недели воздержания. Погодите, ну, у нас же с ней медовый месяц. Ну, будет медовый полумесяц. По-другому никак. Что, товарищ Чумаков, что все прошло хорошо, возвращаю ваши суженые ряжены в целости и почти сохранности. Доктор, спасибо вам огромное. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, я когда ее первый раз увидел, вот я сразу понял, это моя будущая жена. Позвольте, вот это мое. Простите, пожалуйста. Знаете, хотел ее как никого. Правда, потом пришлось сказать, то, что у нас с ней до свадьбы ничего не будет. Пришлось. Ну да, ну... Я просто до этого с одной шалавой мутил. Ай-яй-яй-яй. И так. Закончилось все курсом антибиотиков. У нее. У меня. А! Ну, в смысле... Все, и ага, и поэтому побоялись заразить. Да. Вот ведь причуды все-таки. Отношения построены на обоюдной тотальной лжи. Закончились бракосочетания. Чего? Не обращайте внимания свое. Доктор, а... В этом-то плане у нас теперь все с ней нормально будет? Конечно. Если не будете жить химерами. Вот ведь я, а? Чего? Химерами. Вот дела. В смысле? Старушка родила.